Ну что ж, если вы это смотрите видео, значит у вас проблемы, что не удаляются у вас папки. Есть, конечно, решение. Вот эта программа первая идет. Можете эту поставить сперва. Посмотреть, смотрите. Заблокированный путь. Удалить. Разблокировать. Разблокировать все. Примерно так удаляется. Приостановлю маленечко, долгая история. Кстати, могу предупредить, что здесь сразу полностью эта система блокируется. Windows, я имею в виду, ничего не сделаете, пока миссия она не остановится. Но в принципе это как бы хорошая программа, неплохая. Ну, слишком долго. Если, например, удалять папку более 10 или 5 гигов, ну, от 5 до 10, это долгая история будет. Будет, может, день, может, 2, может, 3 часа, смотря какой компьютер у вас. Видите, здесь написано при загрузке, значит, это она, программа эта не удалилась. Ну вот она. Как видите, она совсем не удалилась. Вот она. Еще одна. Довольно неплохая. У меня в облаке все есть, в принципе, можете скачать. По ссылке снизу, что эту программу. Вот смотрим, заблокировано. Здесь смотрим, можно принудительно сделать, если она не удаляется. Ну и смотрим, удалить или заблокировать, смотрим. Все, нету. Практически все папки, которые в Windows есть, она удаляет. Всем пока, до свидания. Желательно подписываться. Всем пока.